Вот поехали, вы представляете, как мы здесь дают тарелку. Вот так вот нам принесли готовое блюдо. Оно вот здесь прям варится при вас на газу. И к нему вот столько пончана. Это называется у нас сандалта. На корейском это говорит «муно». Здесь вот идет какая-то личка с ценником. «Муно», «чальпа», «пуджу». Так, а они заказали себе с курицы. Самый жаркий день, это называется «хё синтан». «Хё синтан». Здесь вот такие вот деревянные столики. А это им принесли вот этот хейсиндан. Это самый горячий день, где вот такой куриный суп. Но здесь он немножечко прям... А, утка, да, это утка реально. Утка вообще. Точно так же варится на газу. Посмотрите, они даже живые. Такие они все равно видят, они же прям живые. Давай тогда такая красота. Обязательно здесь берут вот такой копён макале. Именно копён макале, говорят, что он очень-очень вкусный. Потому что с этим блюдом нужно быть именно макале, как говорят корейцы. Там порезали кальмарчика вот так вот. Бу-бу. Сейчас попробуем. Это просто вкусняется. А это я. Говорят, что нужно кальмара кушать прямо сейчас, поэтому мы сейчас будем макать. Красный соус. Это так вкусно. Да, нереально вкусно, правда. Сейчас я вам покажу усот. Усот – это корейский гриб. Такой салат. Здесь он заправлен вот этой ихней горчицей. Вот этот усот – это грибы. Они нереально острые, как горчица. Удивора тукате. Нагти, ара, нагти? Нагти, как-то моя. На корейском осьминог это будет муно. А. Сую. Вот в таких чашечках пьют макале. Вот так вот закипает наш супчик. Эти булочки тоже сварятся. Он должен полностью свариться. И что самое хорошо, так это то, что есть и бульончик, и морепродукты. Наш мангу показывает, как нужно правильно есть это блюдо. И сейчас я тоже попробую, как нам сейчас показали, как правильно есть. Положили вот этот грибочек. Куги нам много? Такуги. Такуги они. А много? Много. Положили сео. Сеги. И кочтя. Они соком. Особый. Нам сказали намокнуть так соль. Сказали, ироке. Ироке.
같아요. реально вкусно. 우리 그러니까 얘를 이렇게 듬. 또 реально вкусно. 여기 있는 이렇게 듬 찍고 소금 찍고. 달라보였다. 어 달라보였어. 아침식. 네. 그래서 아이디도 만났어.